Так что, слухи о вашем уходе были слухами? Нет, это не слухи. Я, в принципе, практически закончила. Просто так для себя решила попрыгать, так как я все равно занимаюсь еще с детьми, тренирую их, время от времени с ними балуюсь в высоту. Поэтому, приехав в Запорожье, сейчас еще останусь на юношеский чемпионат Украины по юношам. Поэтому я решила, раз я уже тут, можно попрыгать. Ну и как вам? Давно не прыгала? Последний мой официальный старт был еще в 2014 году летом. Поэтому я, можно сказать, уже больше года не прыгала. Впечатление? Захотелось еще остаться? Мне всегда хочется остаться. Ну просто я понимаю, что на высокий результат сейчас уже претендовать очень тяжело. А наш спорт требует этого, если ты хочешь куда-то попадать. А так для себя... Время от времени можно. Тренерский труд сложный. Он психологически сложный, даже сколько не физически, сколько психологически, потому что от детей, наверное, хочешь тех же результатов, которые сама показывала. И иногда, когда они не оправдываются, и больше расстраиваешься. Но бывают, конечно, и радости, и победы. Ну, как, наверное, у всех тренеров по-разному. Дети бывают приятные сюрпризы преподносят, бывают не очень приятные. Я уже 5-й год тренирую детей, поэтому как бы я еще занимаюсь, как бы будучи в сборной, я уже потихоньку начинала работать с детьми. Поэтому у меня это все как-то более-менее плавно перешло.